Что же вы, маэстро, молчите? Гряньте что-нибудь! С прибором кладут на нас санкции, то не душат потоком на северным, душат, где собака заморский президент. Собака! Какая собака? Это он вчера собака был. Ситуация изменилась. Совсем фишку не чухаете. Спокойно, бать. Это они телевизора насмотрелись. Будет сделано. Да ты только скажи, батюшка, какую пластинку поставить, мы подберем. Только скажи. Да-да. Подберем. Стоп, тихо. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Я уже на коне. Ща пойду проверю. Трамп пришел, с ним бобец. Фу, блин, отпустила. Вот скотина. Стервец, где ж его носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все, кто вякал, тихо теперь. Мундиаль провел в попыхах, ради этой встречи в верхах. Значит то, что Крым ты пожал, булавою всем угрожал. Сирию чутко обижал. Не напрасно было. Мы довольны вполне галочкой в карьере. Нет холодной войне в теплой атмосфере. Посидим, потрындим вежливо и мило. Результат? Хрен бы с ним! Ведь общение было. Блефуют все! Ты мне верь. И ты тоже верь. Есть для прессы тема теперь. Я с Госдепом вел мордобой ради этой встречи с тобой. Крым и Асад до фонаря, если вместе два главаря. Встреча эта будет не зря. Ради факта встречи.